Орел. Решка. Я уже ем. Патрио Муэрте. Господи, кто-нибудь, постоянно дайте мне нормального мужика, пожалуйста. Это очень смешно. Антон весом 70 килограмм толкает машину весом 2,5 тонны. Форза! Давай, 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 родная, давай! Простите! Да, я баба. Извини меня, я только что завела Шевроле 54-го года. Отдайте мне мой паспорт, пожалуйста, я хочу ехать домой. Не надо. Разгневайся. Не надо. Да. Вот-вот-вот. Вот-вот, да, вот это вот оно, да. Давай еще дулим. Блядь, мне все с этой своей камерой испортил. Такую девушку в Рубзе я никогда себе этого не прощу. Нельзя меня было на 30 секунд оставить с ней. Ну, как специально взял этот свой софит, включил. Я понимаю, конечно, что программа, ну как? Ну, девушка, ну минуту оставить меня в самом конце концов. Не прощу. Уходи со своей камерой. Забирай, софит свой забери. Хуанита! А как же я? Неужели ты теперь идешь с этим высоким, красивым, хорошо одетым оператором. Суп по мне! Супа сейчас же!